Как только узнали, что музей открывается, сразу пошли на сайт, забронировали первые слоты. И, надеюсь, сейчас увидим сокровища нашего музея. Давайте небольшой... А вот девушку пропустим, мы небольшой перерыв, чтобы у нас там скопление не было. Вы можете прямо сейчас, проходя мимо Пушкинского музея, вспомнив, что он сегодня открылся, зайти на наш сайт, посмотреть, на какой ближайший сеанс есть свободные билеты, купить и прийти. То есть, если раньше мы билеты продавали заранее, то сегодня, так как ситуация изменилась, можно купить билет на сайте там, за 20 минут до начала сеанса и сразу прийти. Сеанс 15 минут. Он означает, что в эти 15 минут вы должны войти в здание музея. По музею вы можете гулять столько времени, сколько вы хотите. Мы ни в коем мере не ограничиваем время осмотра выставок, экспозиций. Для нас самое важное, чтобы люди равномерно заходили и в наших входных зонах, на входе, они у нас небольшие входные зоны, не было столпотворения. А гулять вы можете, пока музей не закроется. Коллекция в целом насчитывает около 27 тысяч листов, поэтому отбирая 200 из них, естественно, следуешь критериям самого высокого художественного качества, и вот эти золотые зерна, оставшиеся после просеивания этого огромного материала, это все первые имена истории европейского рисунка.